Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте вас еще раз поприветствовать в городе Петербурге и высказать вам огромные слова благодарности за ваше отношение и поддержку проведения этой конференции. Наша первая сессия, она посвящена проблеме рака шейки матки. Проблема достаточно непростая. Если говорить наши эпидемиологические показатели города Петербурга, рак шейки матки имеет стандартные показатели на протяжении многих лет, но и есть те особенности, которые, наверное, связаны в целом в нашей стране. Это возраст нашей пациентки. Возраст пациентки, когда мы должны думать не только об эффективном радикальном лечении этого заболевания, но и еще и должны думать об определенных репродуктивных планах наших пациенток. Если мы говорим сегодня о лапароскопии, то, конечно, прежде всего мы имеем в виду ранние стадии этого заболевания. На сегодняшний день, наверное, стандартом или вот те возможности, которыми мы располагаем для этой категории пациенток, это выполнение либо радикальной гистерэктомии, либо объем операции, позволяющий сохранить репродуктивную функцию. Безусловно, сегодня, говоря о хирургии рака шейки матки, мы не можем не вспомнить, собственно говоря, основоположника хирургического подхода Эрнста Вергейма, который, по сути дела, определил объем, достаточно сложный, большой объем хирургии. И, наверное, не повторяя, может быть, результаты профессора Роба, я хотел бы привести, на мой взгляд, вот эту одну интересную работу, сделанную патоморфологами, которые изучили состояние параметрия и лимфоваскулярного пространства у пациента ранними формами рака шейки матки. И обратите внимание, от 2 до 4% при небольших опухолях мы имеем, к сожалению, вовлечение лимфоваскулярного пространства и лимфатических узлов в этот процесс. И в этой связи, безусловно, на те факторы, которые, наверное, основные, которые мы учитываем при выборе метода лечения, которое определяет, по сути дела, прогноз заболевания, безусловно, важным аспектом является изучение лимфоваскулярного пространства и состояние лимфатических узлов. И, на наш взгляд, действительно, наверное, актуальным и перспективным направлением в лечении рака шейки матки является, наверное, внедрение методики выполнения сигнальных лимфатических узлов. Вчера мы демонстрировали наши возможности отделения. Мы используем на сегодняшний день флуоресцентный метод для детекции сигнальных лимфатических узлов. И это позволяет в какой-то степени несколько индивидуализировать лечение этой категории больных. В целом, если говорить о хирургии раннего рака шейки матки, мы имеем неплохие результаты по общей выживаемости этой категории больных. В то же время, конечно, тот объем операций, который мы выполняем, он является причиной определенных ятрогенных повреждений, осложнений, и пациенты, которые выписываются у нас, они претерпевают, в общем-то, достаточно существенные изменения качества жизни. Мы, может быть, через год и доложим наши результаты по изучению судьбы наших пациенток. Это сломанные судьбы, сломанные семьи. И, конечно, наверное, вот та эволюция хирургии рака шейки матки, она, наверное, ее можно разделить на два больших этапа. Первое, да, когда была внедрена методика хирургии рака шейки матки, методика, которая была усовершенствована и профессором Акабаяши, и Мейксом с точки зрения объема хирургии. Ну и конец 20 века, собственно говоря, нам дал возможность внедрить в эту хирургию минимальный инвазивный доступ, который, по сути дела, направлен был, с одной стороны, на улучшение качества жизни без ущерба радикальности этой хирургии, а с другой стороны, это разработана методика, позволяющая сохранить репродуктивные возможности наших пациенток.
Если говорить о лапароскопии, то, конечно, это высокотехнологичная хирургия. Она стала возможна благодаря тому, что в нашей практике появилось достаточно непростое оборудование, которое позволяет выполнить хорошую визуализацию, и оборудование, которое характеризуется современными хирургическими энергиями, позволяющими их использовать в онкогинекологической нашей практике. Абсолютным преимуществом, наверное, помимо тех стандартных, наверное, преимуществ минимально инвазивного доступа, это, конечно, визуализация. И, скорее всего, наверное, вот именно визуализация является, может, стала основным, наверное, преимуществом, позволяющим на сегодняшний день внедрять эту методику в хирургии рака шейки матки. Таким образом, выглядят те, наверное, академические знания об анатомии малого таза, с которыми мы выходим из вуза. И насколько визуализация и диссекция пространств изменила на сегодняшний день подходы к хирургии рака шейки матки. Мы сегодня уже можем говорить о более 20 интрафасциальных пространств. И, конечно, мы сегодня уже по-другому представляем те сосудистые взаимоотношения, которые позволяют нам несколько стандартизировать хирургию рака шейки матки. Говоря о сегодняшний день хирургии рака шейки матки, визуализация и, может быть, некоторые новые данные по интрафасциальным пространствам позволили на сегодняшний день модернизировать общепринятую классификацию радикальной гистерэктомии. Мы сегодня говорим о 4 типах. Напомню, это первый тип или тип А, который соответствует интрафасциальной гистерэктомии. Тип Б – это минимальная резекция параметрия на уровне мочеточника. И уровень С – это резекция, более широкая резекция параметрия на уровне внутренних подвздошных сосудов. Ну и мы сегодня все больше и больше говорим об возможности хирургии при местно распространенных заболеваниях. В частности, в литературе описаны расширенные параметроктомии, включающие резекцию внутренних подвздошных сосудов. Но я хотел бы остановиться на возможностях сегодняшний день минимизации хирургии и улучшения качества жизни. И в этой классификации появилась еще один тип радикальной гистерэктомии, нервосберегающий. И он, прежде всего, позволяет минимизировать в послеоперационном периоде те ятрогенные дисфункциональные нарушения органов малого таза. Нервосбережение, прежде всего, направлен на сбережение нижнего тазового нервного сплетения и нижнего гипогастрального нерва. То есть те образования, которые, по сути дела, лежат в основе симпатической, парасимпатической нервной системы. Поэтому, конечно, знание анатомических особенностей этой хирургии позволяет эту хирургию сделать более щадящей для наших пациенток без ущерба радикальности. Если говорить сегодняшний день о стандартах хирургии, то, к сожалению, нет ни одного рандомизированного исследования, которое бы было опубликовано использованию лапароскопии в хирургии рака шейки матки. В основном это исследования единичные, они уже сейчас есть на большом примере в случае контроля анализированные, но именно вот это является определенным ограничением на сегодняшний день внедрения этой методики, и чаще всего все-таки мы используем метод открытой хирургии. Вот те исследования, которые на сегодняшний день, я считаю, большими, они показывают неплохие результаты использования лапароскопии с точки зрения общей выживаемости и безрецидивной выживаемости у больных раком шейки матки при использовании лапароскопии.
Если говорить о опыте нашей клиники, мы с 2012 года внедрили методику радикальной гистерэктомии лапароскопическим доступом. На сегодняшний день это более 100 больных. В основном это пациентки первой стадии, и они имели вот такие достаточно стандартные показатели общие. В основном это пациентки плоскоклеточной карциномой. Только у 5 пациенток мы использовали эту методику при железистом раке цервикального канала. Внедрение лапароскопии позволило нам выделить несколько важных, их 16 важных этапов выполнения этой хирургии. Прежде всего, конечно, это важно, это эргономика и организация работы в операционной. Это недостатком лапароскопии, наверное, здесь можно об этом говорить, это, конечно, длительная операция, поэтому положение пациента на операционном столе, положение ног, работа бригады, и, конечно, оборудование определяет, в общем-то, эффективность этой хирургии. Если говорить о безопасности использования лапароскопии, одним из больших дискуссионных вопросов – это, конечно, портсайт метастазы. Поэтому, конечно, установка и фиксация трокарных трокаров, герметизация, которая предотвращает потерю углекислого газа, это использование специальных контейнеров для извлечения удаляемых препаратов, это обязательное ушивание всех трокарных доступов позволяет минимизировать риск этих осложнений. И, по сути дела, сегодня мы говорим от 0 до 1% риск получения портсайт метастазов при лапароскопии. Ну, вчера мы уже об этом говорили, и, наверное, одним из дискуссионных вопросов является использование маточного манипулятора для хирургии рака шейки матки, поскольку травматизация в какой-то степени может ухудшать прогноз этого заболевания. В то же время на сегодняшний день без использования этого инструмента эта хирургия была бы крайне-крайне сложной. Я хотел бы привести вот такое большое исследование, посвященное изучению риска лимфоваскулярного инвазии при использовании маточного манипулятора, которая показала безопасность использования этого инструмента для хирургии рака шейки матки. В то же время для нас важным является использование вот такого атравматического насадки. И, конечно, мы считаем опухоли, визуальные опухоли более 2 см противопоказанием для эндовидехирургической операции. Несколько моментов, посвященных этапам хирургии рака шейки матки. Первый этап, он, в общем-то, является, на наш взгляд, помимо циторедуктивного этапа, но и обязательным диагностическим компонентом, это выполнение подвздошно-тазовой лимфодиссекции. Лапароскопический доступ позволяет, по сути дела, минимизировать и различные ятрогенные осложнения на этом этапе, но и позволяет эту хирургию выполнить практически в сухом операционном поле. Использование биполярной коагуляции, техника интрафасциальной диссекции позволяет улучшить и эффективность этого этапа хирургии. Если говорить о эффективности лапароскопии в лимфодиссекции, мы вчера обсуждали во время прямой трансляции, вот те исследования, которые мы провели у себя в отделении, лапароскопия позволяет достаточно прецизионно выполнить лимфодиссекцию, и то, что позволяет нам полноценно выполнить хирургическое стадирование, и если вы обратите внимание, по сути дела, эта эффективность не теряется в зависимости от индекса массы тела наших пациенток. Очень важным этапом и важным, на наш взгляд, моментом является, и практически все пациенты ранним раком шейки матки мы оперируем с детекцией сигнальных лимфатических узлов. Мы используем флуоресцентную методику, методику ICG, введение парацервикально-красителя. Далее в инфракрасном спектре мы изучаем распространение
этого контраста и детекция сигнального лимфатического узла, который оценивается интраоперационно. Ну вот если о нашем опыте, более 100 больных мы прооперировали при селекции ранних форм, и мы получили позитивные интраоперационные находки у 4 наших пациенток, которые мы наблюдаем. И в этой связи, конечно, детекция, на наш взгляд, является перспективным направлением. К сожалению, мы пока в нашей России не можем говорить о стандартном подходе. На сегодняшний день это, наверное, больше исследовательский опыт. Но, на мой взгляд, мы, наверное, через какое-то время все-таки будем гораздо более активно пользоваться этой методикой. Следующий этап – это уже этап диссекции всех интрафасциальных пространств. В частности, это диссекция латерального параректального пространства, это диссекция медиального паравезикального пространства. Очень важным этапом является эта диссекция медиального параректального пространства Акабаяши. И как раз-таки, если говорить о нервосберегающем подходе, именно работа в этой плоскости позволяет хорошо идентифицировать нижний гипогастральный нерв, выделить резектабельную часть заднего параметрия, то, что определяет, по сути дела, тип радикальности и радикальность этой хирургии. Очень важным этапом для НДВД-хирургии является диссекция пузырно-влагалищного пространства и предпузырного пространства мочеточников, пространства Ебуки. С одной стороны, это диссекция с точки зрения безопасности урологических и профилактики урологических осложнений. С другой стороны, это как раз-таки резекция переднего параметрия. И это, на самом деле, один, на мой взгляд, сложных этапов этой хирургии. Следующий этап – это диссекция ректовагинального пространства, которая осуществляется путем вскрытия ректовагинальной перегородки и, опять-таки, использование биполярной коагуляции диссекции позволяет этот этап сделать достаточно эффективно и практически без лишней кровопотери. И самое важное – это этап, который позволяет несколько оптимизировать уровень резекции и заднего параметрия, и резекции влагалища. Радикальная гистрэктомия на сегодняшний день определяется уровнем резекции бокового параметрия. Для лапароскопического доступа это уровень пересечения маточных сосудов на уровне их отхождения от внутренней подвздошной артерии. Опять-таки использование диссекции позволяет идентифицировать нижнее тазовое сплетение и, по сути дела, его сохранить, если мы говорим о нервосберегающей методике этой операции. Выделение мочеточников – это сложный этап и при открытой хирургии, и при лапароскопии. Здесь очень важно помнить о анатомических особенностях переднего параметрия, в частности, об ножках Новака, интрафасциальном пространстве Моров, который позволяет, во-первых, идентифицировать мочеточник, безопасно выделить диссекцию, выполнить его диссекцию и подготовить, собственно говоря, уже для выполнения радикальной гистрэктомии. Задний параметрий. На этом этапе очень эффективно помогает ультразвуковая энергия, которая позволяет претензионно практически по границе прямой кишки и крестца выполнить резекцию заднего параметрия, сохранить нижний гипогастральный нерв. Ну и далее уже после всех этих этапов производится выполнение уже непосредственно кольпотомии и удаление оперируемого органа.
Если говорить об кольпотомии на сегодняшний день, либо это может быть влагалищный доступ, либо это лапароскопический, не имеет никакого принципиального значения. А вот исследование удаленного препарата показывает некоторую эффективность выполнения этой операции. Это претензионная удаляемая часть параметрия, неплохая респектабельная часть влагалищной манжетки. И в целом, если говорить о нашем опыте и показателях интраоперационных, это операции, которые схарактеризуются более длительным течением, минимальной интраоперационной кровопотерей и резектабельным числом удаленных лимфатических узлов. У нас небольшой послеоперационный день наблюдения пациента. В целом это составляет от 7 до 10 дней. Пациентки, которые очень хорошо активизируются в послеоперационном периоде, они не требуют длительной катетеризации мочевого пузыря, не требуют длительной обезболивающей терапии в послеоперационном периоде. И в целом внедрение этой методики позволяет, во-первых, изменить характер послеоперационных осложнений. Для этой категории больных, наверное, наиболее частым осложнением является лимфорей длительная. Сейчас мы уже говорим о целесообразности дренирования таких пациенток. И у нас складывается впечатление, что дренирование должно осуществляться только по очень каким-то особенным показаниям. Но в целом, если говорить об онкологических наблюдаемых результатах, эта методика сопоставима по своей эффективности с открытым доступом. Мы на сегодняшний день наблюдаем у себя в клинике 3 рецидива. Это 2 пациентки после лапароскопических гистерэктомий по поводу аденокарцинома цервикального канала. И 1 пациентка, у этих пациенток местные рецидивы обнаружены в течение первого года хирургии. И 1 пациентка у нас наблюдается по поводу отдаленного прогрессирования заболевания в виде метастазов легких, которые верифицированы после уже 2-летнего периода наблюдения. В целом, если говорить о лапароскопии, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что это эффективная и безопасная операция. Безусловно, для этой хирургии важна селекция больных, и мы считаем оптимальными показаниями для этой хирургии это стадия 1А2, 1Б1 при визуальной опухоли не более 2 см. И, конечно, широкое внедрение этой методики, оно связано, конечно, с развитием и тренажерных центров, и обучающих программ, которые позволят, наверное, более широко использовать эту методику в практике онкогинеколога. Я благодарю вас за внимание. Вопросы? Спасибо большое, Игорь Ильич. Вопросы? Спасибо огромное за замечательный доклад. У меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот из вашего опыта, из ваших 102 пациенток, какой процент или какое количество пациенток получали адъювантную лучевую терапию после операции? Спасибо. Если говорить о комбинированном лечении, да, действительно, наверное, мы можем говорить о примерно 30% пациенток, у которых в послеоперационном периоде мы проводили адъювантное лечение. Ну, во-первых, это пациентки с верифицированными изменениями в лимфатических узлах, которые получали не только лучевую терапию, но и химиотерапию. Таких пациенток было 4. Если говорить о лучевой терапии, то основными показаниями для ее проведения это было все-таки заключение патоморфологов. И мы ориентировались на наш взгляд, важный критерий – это наличие лимфоваскулярной инвазии и глубины стромальной поражения стромы шейки матки. Вот таких пациенток среди нашей категории было 28%. Позвольте быстро задать вопрос. Мы сейчас используем TCN голубые.
И кроме того, у нас есть система флуоресценции для определения. Но иногда, когда я получаю эти данные от флуоресцентного исследования, иногда у нас бывает чуть ли не 9 сигнальных узлов, 9 sentinel node. Если я использую TC, то это получается сигнальный узел 800, а второй не сигнальный узел 500. А если мы используем голубой краситель, то у нас получается чуть ли больше сигнальных узлов, но что трудно понять, что более синее, что менее синее. Мне кажется, нам нужна какая-то система измерения цвета в этой флуоресцентной методике. Вот вы не могли бы это прокомбинировать, количество узлов, которые светятся при этом исследовании? Понимаю, на сегодняшний день большая существует дискуссия в отношении идеологии сигнальных лимфатических узлов. Мы живем в то время, когда у нас нет на сегодняшний день в арсенале сертифицированных методик определения сигнальных лимфатических узлов. Если говорить об том отделении, которым я работаю, то на самом деле, наверное, вот это одно из первых учреждений, которое стало исторически заниматься и изучать и особенности метастазирования опухоли шейки матки, опухоли эндометрия. И здесь я не могу не вспомнить Яна Леонидовича Бохмана, который, по сути дела, стал идеологом этого направления. Я могу сказать, что и пользуясь случаем, хотел бы сказать, что мы очень активно и большим интересом изучаем работу Виктора Васильевича Кузнецова, который, его работа была посвящена этой проблеме, и Бориса Васильевича Васильева, который, собственно говоря, тоже посвятил этому докторскую работу. Поэтому я немножечко много, наверное, отвечу на это. Но на сегодняшний день у нас нет стандартов в клинике определения сигнальных лимфоузлов. И, наверное, вот появление в нашей возможности у нас флуоресцентной методики, это, наверное, один из первых этапов. Хотя это большая дискуссия. И мы уже, наверное, спустя какое-то время будем обсуждать и положительные, наверное, стороны этой методики, и, к сожалению, отрицательные. На мой взгляд, вы правы, для, наверное, улучшения эффективности сигнального узла здесь необходимо, во всяком случае, перекрест две или, может быть, даже три методики для получения вот эффективного такой диагностического значения этого узла. Мы сейчас думаем об использовании радиоизотопной методики наряду с флуоресцентной методикой, но в технике, допустим, Blue Day у нас не зарегистрирован препарат, мы не имеем права его использовать для наших целей. И, наверное, вот появление ICG на нашем рынке, который прошел сертификацию, это одна из первых попытки для все-таки внедрения этой методики в нашу практику. Чаще всего, наверное, и меня поддержат коллеги, мы при некоторых сомнительных ситуациях используем методику тотального исследования лимфатических узлов во время хирургии. Но мы все прекрасно понимаем, что это и время, это и работа морфолога. Ну и, в общем, это, конечно, по сравнению с сигнальными узлами, это более большое исследование, длительное исследование, время операции, которое, наверное, мы не можем себе позволить в рутинной практике. Спасибо.